А здесь ножик? Где ножик? А? Потерянный. А флешку я купила самую маленькую, когда есть этот ножик, сказал, что игры не будут на флешке скачиваться. Может там, ну, что-то там с планшета там уже будет муха. У меня на Самсунге все скачивалось. Да, все приложения с Плеймаркета скачивались на телефон. Ой, на флешку, неправда. Просто, а вот сохранялись уже вот эти вот все кэш, вот эти фишки, уже на телефон. Ну, я взяла сам. Поэтому то, что он говорит, это значит по статистике чаще всего да, все вот так вот. Но это не значит, что это так всегда. Нужно было эксперта из себя строить. Так, это Мирчик. Это пеленочка, на которой. Сочи, давай ее постелим. Ой, ее надувать можно. А по краям, наверное, что бортики были. У нас коробочка есть. Принеси коробочку. А как ее? Как дуть-то? Я не знаю, как дуть. А вас принесите лапка. Вы посмотрите на танцы. Чучела. Лучшего песочка. Ну, песочек умер, конечно. Да ну, блин. Как это кашка надуется. Тебе, моя любовь. Глянь, Мирчик, что это? Это песочек, это тебе вот антистресс. Чтоб ты не стрессовал, когда играешь. Класс, Мирчик. И мне что-то? Да. Что это? Держи. Что это? Подарочек. Спасибо. И вот подарочек. Спасибо. А у меня нет тебе подарков, у меня денег нет пока. Спасибо. Спасибо большое, бабушка. Нет, спасибо. Пожалуйста. Ох, и Кися. Кися, поможешь мне календарик наклеить? Спасибо. Ты ж видишь, ты нервничаешь, когда играешь. Это чтоб ты не нервничал. Ух ты, пух ты. Красота какая. Спасибо. Очень красиво. Занюхай. Мне забивает. Спасибо. А чего ты так решила? Не знаю я. Если ты в Локомотиве брала, то я не знаю. Слава Богу. Потому что после того, как мне та барышня продала лак для ногтей наполовину использованный, я уже даже не знаю. Подушка моя покрашена от волос. Вполне такое может быть. У тебя на экране было написано «нет соединения», не знаю. А мне нужен интернет. Да? Мне нужно, чтобы... А чего это ты так решила? Подарить мне духи. Ну, спасибо. А смотри, как можно. Так ты проверь, вот так вот возьми. Это песок кинетический, Мирчик? Это формочки, да? Да.
Класс. Как здорово. Магический песок. Он магический даже, да, Мирчик? Да. О, как чвиркает. Давай я сяду. Как подушка-пердушка. Купим по назначению подушку, не надо так. Ого! Ты со мной идешь сейчас в магазин или мне самой сходить? Я пробую. Откроем вместе. Из чучела никуда. Из чучела никуда. Из чучела никуда? Это чучело? Здесь он открывается. Здесь. А есть ножницы? Ай, тебя. Где? Где ножницы? А флешку я купила, да, самую потеряна. Маленькую, какая есть. Этот мальчик сказал, что нет, игры не будут на флешке скачиваться. Может там, ну, что-то там с планшета там можно будет, ну, как-то. У меня на Samsung все скачивалось. Все приложения из Play Market скачивались на телефон. Ой, на флешку, неправда. Просто, а вот сохранялись уже вот эти вот все кэш, вот эти фишки уже на телефон. Ну, я взяла самую. Поэтому маленькую. То, что он сказал, говорит, то, что он говорит, это значит по статистике чаще всего, чаще да, все вот так вот. Да. Но это не значит, что это так, ну, всегда. Это он такого игра, эксперта, да, из себя строить. Так, Дамирчик, это клееночка, на которой. И Сочек, давай ее постелим. Там. Ой, ее надувать можно. А по краям, наверное, чтобы бортики были. У нас коробочка есть. Принести коробочку твою. А как ее? Как дуть-то? Вау. Я не знаю, как дуть. Есть вот сломай. А подписчики, папа. Вы посмотрите на танцы чучела, 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 чучело, чучело, чучело. Ну, песочек умер, конечно. Да ну блин, как-то тяжко надуется. О, надувайся. О боже. О боже мой. Надо весь воздух потратить. Надо весь воздух потратить. Я вообще не дышу никогда. Я когда вообще воздух весь потратил. Как бассейн маленький. Как бассейн маленький. Там можно заводить. Ой. Зачем этот телефон? Это подписчикам, Дамирчик, снимает. Распаковку эти. Господи. Песка кинетического распаковка. Привет, подписчики. Вот она что. На, Пушиночка, можешь это. Так что теперь у тебя и бабушка засветилась. И ведро. Придется ей процент отчислять с зарплаты Ютуба. Мусенька, ну что ты такая нервная, Муся. Смотри. Мусю надо было Псеша назвать, а не Муся. Еще не Псеша. Поздно, она все равно не понимает. Это у одной девочки там тоже Псеша. Псеша. Психованная. Мирчик, глянь. Надула. Надула. У нее несколько хомячков. Хомячки, как хомячки все. Один, ну да, такой психованный. Она его Псешей назвала. Ну, видишь, есть Стеша, а есть Псеша. Тихо-пеха. Ну тут вот играйся, чтобы оно по хате не. Ну какой-то как этот, как тесто. Так, давай ты будешь играться песочком, а класс. Я схожу в магазин, давай. А можно потом вместе погуляемся? А потом в другой раз. Нет, сегодня не будем уже вместе гулять. Тогда иди быстренько, иди, ну, одевайся и побеги играть. Придешь, будешь играть, но это нескончаемо будет. Поди чаю попей, бабушка, пока. Побьем чаю, пойдем, да? Давай. Перед прогулкой надо чай пить, да, Дамирчик? Да. А можно когда-нибудь? Никто тебя не кушает, Мусенька. Мусечка, Господь с тобой. Не знаю. Господь с тобой, Дамир. Мусечка, что ты, зайчка? Никто не нападает на тебя. Никто тебя не скушает. Так ей, наверное, тоже песка хочется. Что, всем подарки, а ей ничего. Она плачет.
не помылась, мамочка. Дамирчик, ты ж, наверное, так набирать вот сюда, вот, наверное, вот так. Дамирчик, забирай. Смотри. Но он по-другому рыбка. Сделал. Можно рыбка, что? Рыбка, вот так, смотри. Рыбка. Чик. Это белая рыбка. Ой. И ничего туда не вылезло. И чик, и все вылезло. Лакушка. И рыбка. Лакушка и рыбка. Ой. Вкусенько. Верда? Да. 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 А что получается? Давай я тебе ближе поставлю. О, класс. О, давай еще другую. Давай еще кого-нибудь сделаем. Вот, например, лифинчика вот сделаем. Давай. Класс. Давай здесь поставим. Давай здесь. Сюда наберем. А можно мне звездочку собрать, пожалуйста? Да. Или кого-то другого выбери. Да. Сама выбери, я тебе любого разрисаю. Спасибо. Один раз. Я никогда таким не игралась. Да, поиграем. Давай. Я помню, у тебя уже был кинетический песок, и я как-то хотела купить тоже не раз. Но сама им никогда не игралась. Да, я помню, как он появился. Он просто на шкафу сидел. А? Он просто на шкафу сидел. Песок? Да. Когда? Всю жизнь. Всю жизнь на песок на шкафу сидел? На шкафу. Да? Да. Не знала. Это у него туда принес. Правда? А бизнес? Да. Не может эта вещь сама туда прасти. Нет у них носок. Да? Нет у нее носок. Конечно, нет. Это вам не жива птичка. С лапками. И это не человек. Ну да. Берчичечек какой-то, да? Ну да. Берчичечек. А как теперь? Все просто как пасочка, да. А, у меня получилось! Глянь, это самая лучшая! Какая красота! Где она? Вот она. Так. Да, так, чтобы ее видно было. Ага, вот. Вот она! Вот она! Подписала! Смотрю. Валим отсюда, валим отсюда. Валим? Валим. Валим отсюда! Валя Писюха. Валя Писюха. Валя Писюха? Нет, Валя Писюха. Валя Писюха. Не знаю. Да что ты так кричишь, хомяк? Хомяк, что ты так писишь? Даже дельфинчик перепугался. Так. Сейчас. Тихо. Надо класть вот это. Чтобы топу. Место-то было свободное. Да. Можно, подожди, можно на вот эту штуку выкладывать, которую ты надул. Или ты по-другому будешь ей играть? Можно готовые уже туда ложить. По-другому, да, будешь играть? Ну ладно. О, заплатка. Да или нет? Не знаю. Нет, не заплатка. 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 Это, знаешь, такие штуки ложат. Я не знаю, это заплатка или просто наклеена. Такие штуки ложат, если надувное изделие, допустим, круг или матрас, оно пробивается, дырочка в нем, то можно вот такую штуку ее отклеиваешь, она как двухсторонний скотч, вот так отклеиваешь на две части и приклеиваешь одну часть на место, где ты нашел дырочку, где оно прохудилось. И надувать. И тогда оно дальше не спускает, и можно дальше пользоваться. Вот, и делать такие заплатки. Ну, по-моему, это не она. Никогда не получалось такое у меня. Угу. Я заспрашиваю ее смесать, а она у меня не смесала. Угу. Вот ей смесал. Класс. Смесать лабуху. Угу. Получилось серый. Очень как красиво у тебя получилось. Еще крабика можно сделать. Ой, а это кто? Конек морской. А, не надо поднять. Зачем? Все, не почитай. А, не хвостик! Он виляет хвостиком. Он виляет хвостиком. Виляет хвостиком, класс.
Здорово. Вот я очень много песка отломаю, он прям слайм. Можно у тебя взять скотч, приклеить новый календарь? Тебе старый отдать или нет? Старый. Со свинкой. Давай. Песок! Давай раздам песок от трупа. Я у тебя возьму вот это все и пойду приклею. А тебе старый, да, Дамирчик? Да, мне старый. Оп. Могу его оставить? Да нет, давай отдавать мне. Хорошо, давай отдавать тебе. Давайте уже подписчики, помогайте мне. Наберите 100 мне лайков и напомните. Подскажите, как будет проще делать низких песков и глузки. Вот такие вот. Молодец, песочек молодец. Так отрезанный. Кусочек здесь неровный. Ай. Ай, что тут мне посмотрено, закрепилось. Закрепилось неправильно. Опа, сколько, что-то пас! Буду мама со мной. Все, бим-бум-бим-бум-бим-бум. Па-па-па-па-па. Оп, па-па-па-па-па. Сейчас не двигаться. О, куда ты мне перестал стучать? Класс! Давай я телефон немножечко облокочу на что-то другое, потому что здесь батарея. Ему это вредно. И подписчикам это вредно. Да. Да, можно обозвать подписчикам. Обозвать. Как вот так? Пойдет? Нормально, да. Если телефон упадет, скажи мне об этом. На пол. Ну, мало ли. Куда угодно. Да. Он может упасть. Щака может пить. Типа наебать. Наебать. Пока он умрет. Мясо. Бургер. Я был бургер. Бургер, бургер, бургер. Похоже, оно будет блуд. Оп. На Москву конек. Москвы обездок. Да, он будет, наверное, у нас таким топотосиким. Твою заразу. Так как-нибудь в него узавнивать. Чё и там. Из него отъебать. Не знаю, как вам. Но мне как-то не очень. Чё из него очень. А конёк получился. Так, отъебаем не нужно. Держи. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Интересно, да. Пошли это кушать. Ходи. Заблы. У него заблы. Держи календарь со свинкой. Да, спасибо. Куда? Вау. А теперь кузон. А теперь кузон. А давай теперь сделаем... Давай не в печь, мама. Пойдем чай и пошли в магазин. Я ж не переодеваюсь. Что? Что? Я ж не переодеваюсь. Жду тебя. Это никуда. Над столом играть. Да, мир. Ну, уже весь ковер в песке. Я свернула тебе календарь со свинкой, если он тебе нужен. Он на стульчике лежит. Вот. Ты слышишь свою Лиленьку? Говорю, кушать пошли. Я хочу... делать пирожок. Песок не держи над столиком. Вот тут чья-то. Ну, возле столика. Только вот над коробочкой. Ты ж видишь, сыпется. Ну, жалко. Жалко ковер. Не песочек жалко, а ковер жалко. Тебе так его надолго не хватит, если ты будешь ходить вот такой. Пошли, старик. Я пришла, ухожу. Пошли, Лизочка, с полосом. Вот это только я сделала. Вот эту мама. Вот это Дамир сделал самую первую. Это не знаю, готовое изделие или нет. Это тоже Дамир делает, и это Дамир делает. Это то, что осталось.
Обед. Сам разделся. Что ты купил, Мирчик? Для себя ничего. Для себя ничего не купил? Покажи. Не игрушки. Не игрушки, а вкусняшки купил. Посмотрим. Да. Давай, что ты себе купил, Мирчик? Что ты переодеваешься на ходу? Тебе так удобно? Удобно. Главное это, чтобы было удобно. Дамир говорит, себе ничего не купил. Не купил ничего. Не купил игрушечки, не купил. Покажи вкусняшку. Ну, пожалуйста, покажи вкусняшку. Что ты купил? Там сухарики какие-то? Нет. Вермишелька? Нет. Чипсы? Нет. Конфетки? Нет. Ну покажи, я хочу тоже видеть вкусненько. Со свистулькой, леденец. А там что? Ну покажи, пожалуйста. Что, меня стесняешься? Мы же друзья. Ну покажи, пожалуйста. Ну, печенье назвала, чипсы назвала, сухарики назвала, вермишельку даже назвала. Что еще? Мармеладки, маршмеллоу. Нет. Ну, я все назвала, у меня вариантов нет. Есть еще желейка. Медвежата желейные? Нет. Зубки желейные? Челички? Хорошо, не буду. Папа, класс фотку тоже. Хорошо. Да. Я сейчас включила камеру, и там будет сказано, что я иногда моюсь. Замечательно. Можно тебе открыть? Можно тебе открыть? Ну, когда не телефон с ним, который снимал. Да. Держи. Ага. Ой. Можешь рыбок снять, раю снять. А я тебе открыла. Пахнет очень вкусно. Держи. Подожди. Положи куда-нибудь. Положи куда-нибудь. Апельсинки. Пушиночка, раздевайся, зайка. Не надо так ходить. Настя, ну пожалуйста, можешь мне запустить? Ховочку пошел с тобой? Да. Ой, пластики. Вот они. Почему? Я боюсь, я боюсь. Кого ты боишься? Все дети такое едят. Все. Я даже когда это когда-то покупала. Ты мне покупал. Ты мне пико. Ты мой пико. Я такой пико покупал. Я такой пико покупал. Смотрю. А почему ты надумал попробовать Живеленд? Угу. Я не помню, что такое. Надо попробовать зелье. Тебе подарить, Мольца? Ну, давай. Спасибо. Подарите мне. Спасибо. Это кто, гусеничка? Ясатка. Ну, если это африканцы в танце, то, наверное, это какие-то африканские зверята. Это какая-то лошадка африканская. Может, это зебра? Это зебра. Это зебра, наверное. Это африканская зебра. Не ложил бы ты на постельное? Это... Ух ты, какая лапка. Класс. Попробуй лапку. Лапку, мне кажется, это самое крутое попробовать. Лапка на удачу. Кроличья. А давай, это чья? Давай салфеточку подложим. Я сейчас измечу.
А ты подготовь пока ты салфеточку. Зачем ты измельчишь? У меня нет салфеточки, подготовь свою салфеточку. Может, ты снимешь штаны? Попроси у бабушки салфетку, я не знаю. Давай. У меня нет салфетки, у меня туалетная бумага, я в нее высмаркиваюсь. Я думала, ты есть их будешь, а ты их измельчать собрался. Мыло. Так, сюда мармеладки. Будешь их измельчать, да? Да, я буду измельчать. Да, ты бы штаны бы снял бы. Ты штаны свои снимаешь. Ну, сейчас. Пока все уже записки. Поняли, что ты без штанов. Только не надо. Дамир, только... ну... Ты же раньше не ел Живиленд? Покажи, как мне. Как я невкусная. Так. Вот такие вкусные, да? Зри. Да, зря не кушал, да? Да. Вкусняшка? Класс? Да. Подойди сюда, мальчик. Скажи, покупать тебе Живиленд? Я покупаю Живиленд. Да? Да? Да, покупать. Если буду в магазине, куплю тебя. Теперь, теперь кушаешь, да? Дамир не кушал Живиленд раньше. Не теперь кушает. Ура! Какой день сегодня! Новое открытие, Мирчик. Да, мама вообще пальцами играет. Оказывается, это вкусно. Ты пальцами играешь? Они липкие? В общем, у нас новое открытие дня. Дамир начал кушать Живиленд. Да? Да. И это оказывается вкусно и совсем не страшно. Это, между прочим, мой любимый мармелад. Пойду покажу. Да, покажи. Живиленд же разные бывают. Это, кстати, мой любимый мармелад. И если отойти от темы Живиленда, мне просто очень нравится мармелад без сахара. Вот такие штучки. Камера здесь. Да, но почему здесь видно? Потому что это экран. Ну, да. Показывай. А ты так не хочешь откусить? Просто полностью в рот положить. Короче, я тоже люблю мармелад без сахара. Ай, кися. Живиленд танец. Не земная. Живиленд танец? А, да, но я не могу. О, нету. Ты спрятаться хотел? Ага. Дамир! Так понимаю, у тебя что упало у студента, то упало на газету. Раз, два, три микробы не успели. То у тебя заповедь твоя. Не знаю, с пола есть нельзя, а как насчет с ноги? С ноги можно есть? Тоже, наверное, не стоит. Напишите, подпишите в комментарии, можно с ноги есть или нет. Все в комментарии, да, Дамирчик? Можно ли есть с ноги? Да. Все? Выключать? Да. Хочешь, накрою камеру? Угу. А вот и концовочка. Подписчики, привет и па. Давай. Открывай ладошкой. Стоп. Ладошкой накрой. Нет, не получилось. Помаялись дурью. Хватит. Да сейчас кись.
Короче, для ребенка новое открытие сегодня. Он очень стеснялся и не ел почему-то Живеленд. Почему он стеснялся на видео? Потому что он его не признавал, говорил, что это какая, что это невкусно. Вот. И тут, наконец-то, он этот момент перерос и, наконец-то, решил попробовать вот то самое противное желе, вот, которое ему и червяков, и все что угодно напоминало. И вот. Вот он наконец-то решил его попробовать сегодня. И ему как бы, да, если он говорил, что, допустим, клубника это фу, то ему как бы стыдно попробовать клубнику потом. То есть признать тот факт, что это все-таки вкусно. Если он говорил на бананы фу, то ему стыдно признать тот факт, что бананы это все-таки вкусно. И получается с желе точно так же. Он говорил на него фу, и теперь ему стыдно признать, что все-таки это вкусно. То есть... Ну, ребенок, это всего лишь ребенок, и у него свои там какие-то фишки в голове. У меня маска на голове, на волосах, вот. Надо ее идти уже смывать. Я просто нанесла, замотала волосы и заколола заколкой, вот. И сейчас пойду смывать эту маску, делать всякие процедурки, делать маску для лица, готовиться к завтрашнему рабочему дню, вот. А завтра, думаю, с вами на работе увидимся, вот. Сниму вам вложик с работы, порассуждаем на какую-то тему интересную, как всегда, первый рабочий день спустя 9 дней отдыха. Вот, ладно, друзья мои, спасибо за сегодняшний день, пойду заниматься уходовыми процедурками, отдыхать, релаксовать в ванной, вот. А вам спасибо за сегодняшний день, мое 8 января. Завтра работа. Пока, мои хорошие.